друзья. Сейчас мы проверим на всхожесть, на... Ой, я заговариваюсь, не на всхожесть, а на всплытие косточек персика сатанского. И результат. Здесь было 350 косточек. Так. На некоторых косточках я недавно когда-то заметил, от чего случаются ошибки. Очень так всплыло раз, два, пять штук. Но еще надо их пощупать. На некоторых пузырьки воздуха не дают утонуть. Убираю пузырьки воздуха. Так, убираю пузырьки воздуха. Убираю пузырьки воздуха. Ага. 5 из 30. 5 из 30. Из 350. Или 6. Сейчас, минуточку. 6. Из 350. Ну вот. Значит, напомню правила игры. Вот эти вот 6 я выкинул. Так, вот, чтобы не подводить своих друзей, а все, кто у меня заказывает косточки, мои друзья, потому что это особые косточки, и надо быть искренним. Так вот, момент, когда произошло выковыривание этих косточек из полусгнивших плодов, потом немножко они у меня подсохли пару дней. Вот результат. Вот эти совершенно здоровые. Так, теперь, раз уж так получилось. Вот, а кстати, вот видно, как на некоторых это. Ну, я показывал в особом фильме эти сам, пузырьки воздуха. Вот, может, даже вы увидите. Вот из этих пузырьков воздуха, хоть они и утонули, вот, все равно бывает ошибка, можно выкинуть хорошие косточки. Поэтому фильм нужен. Видели? Пузырьки воздуха сейчас на них есть. Но главное в данном случае нет, вы уже поняли. Надо просто быть внимательным. Раз. Так. И не забывать, что в дальнейшем процессе они будут, эти косточки, снова высушены. Вот, не высушены, а подсушены. И вот там-то как раз может случиться, что уже ловучесть, они потеряют, будут совершенно здоровыми. То есть я еще раз подчеркиваю, проверка на плавучесть проводится сразу после того, когда косточки извлекли из плодов, а не потом. В процессе сушки они теряют плавучесть, совершенно оставаясь здоровыми. Благодарю за внимание.